Смузи с пшеничными отрубями – это идеальный выбор для завтрака, полдника или легкого ужина. В нем полно полезных веществ и витаминов. Такие блюда выбирают те, кто заботится о своих фигуре и здоровье. Приготовьте вкусный и полезный завтрак для своей семьи, использовав советы из этого рецепта. У такого смузи получается очень нежный вкус. Ягоды клюквы придают легкую кислинку. Также вы можете добавить клубнику или малину по вкусу. Чтобы узнать, как приготовить смузи с пшеничными отрубями, прочтите данный рецепт. В чашу блендера выложите творог, клюкву, очищенный и порезанный банан. Если вы следите за своей фигурой, то выбирайте обезжиренный творог. Влейте в чашу блендера 50 мл молока и погружным блендером измельчите все ингредиенты до полной однородности. Влейте оставшееся молоко к пюреобразной смеси. Если необходимо, добавьте еще мед, если вам смесь показалась недостаточно сладкой. Взбейте творожную массу при помощи миксера. Разложите массу по креманкам, сверху украсьте фруктовыми пшеничными отрубями, ягодами и листиками мяты.